Всем привет! Сегодня мы играем Шрек 2. Вот, поэтому запасаемся чайком, позитивным настроением. Надеюсь, вы со мной им поделитесь, потому что меня его тупо нет сегодня. Но я попробую его восстановить. Одну секундочку. Кое-что забыл. Итак, мы начинаем КВН. Звук потише надо сделать. Привет, Дима. Я пытался это сделать. Я пытался, честно. В итоге бомбанул, как тварь последняя. И после боев прилился из вара в демона, потому что варом я играть тупо не могу. Он меня бесит, раздражает и вообще. Бомбить сейчас начну опять. Надеюсь, меня слышно. Сейчас, ребят, подождем. Приджонитесь к стриму. Хорошо. Что-то я притомился за эту неделю. Неделька была вообще, ей-ушки, не поспать нормально, ничего. То работы, то стримы. Хочу отдохнуть. Если честно, завтра попробую отдохнуть, если получится. Привет, Леша, привет. Сейчас у меня тут подзагрузится все до конца, все поджонятся, чтобы не все с самого начала видели. Вот.
да, я стараюсь. Мы по выходным обычно такие кинопосиделки устраиваем с анимешкой и прочее. Дальше еще будет. Да, то ли задолбавшийся, то ли бомбящий, то ли теперь будет играть демонологом, и пошло все в жопу. Не получается варом, буду демонологом. Палом нельзя. У нас пал либо ты, Леш, либо дядюшка вон. Ладно, поехали. В 39-м царстве, в некотором государстве, жили-были людоед и прекрасная принцесса. Однажды они повстречались и полюбили друг друга. Не гони коней, кучер! Я Алистер. Алистер? Это еще что за имечко? Тебя, небось, в школе дразнили? Я рассказываю сказку. Тогда ты рассказываешь неверно. Вот смотри, как надо. Жили-были людоед, принцесса и благородный, миловидный, великолепный осел. Прошу прощения, осла-то я и позабыл. Итак, однажды людоед и принцесса повстречались и полюбили друг друга. С ослом. Злые силы пытались их разлучить, но, как сказано в сценарии, любовь все победит. И они не оглянуться не успели, как поженились, и букет был очень вкусный. И после долгого медового месяца они вернулись домой, где их ждал вездесущий, надоедливый и до отвращения верный спутник и товарищ осел. Алистер. Осел, мы вернулись. С хорошей озвучкой. Что же во имя всех королевских лошадей здесь произошло-то? Что произошло? Я тебе скажу, что тут произошло. Черти, что тут произошло? Вот что тут произошло. Смотри! Солдаты опять пытались арестовывать волшебных существ. Представляешь себе? Шрек, этот плакат надо сорвать. Надо защищать своих друзей. И еще, Шрек, плакаты — это еще не главное. Ты только глянь, монеты прямо в воздухе. Их надо все собрать, они нам понадобятся. Тут они тоже повсюду. Вон там, вон тут, в воздухе. А еще их и в ящике попрятали. А вот, глянь, если прыгнуть на купчинку, вау, то она тебя подбросит. Дим, если что, мы еще на базе сидим. Энергия, пища героев. Зачем они тут? В том смысле, что вкус у них как у мазута. Но если ты их съешь, то полон сил. Но все же... Ну да, энергетическая пища героя. Почувствуй себя героем. Герои потребляют их с прошлого года. Странно все-таки, что они прям просто так в воздухе висят. У меня от этого мурашки по шкурке. А еще мы едем в далекое-далеко на ваш свадебный бал. Наше что? На ваш свадебный бал. Приглашение принесли, пока вас не было. Я что, не сказал? Но мы не можем уехать, пока ты не разберешься со всем этим. Да ладно, поехали. Не трать зря время. Нас ведь ждет свадебный бал. Вперед, мой друг, вперед! Ладно, наверное, надо собираться. И еще одно. Осел! Прибраться мне вообще-то некогда было. Все время что-то звонкое такое отвлекало. Осел! Да ладно, Шрек, не придирайся к деталям. Тебе надо просто сорвать тот плакат и все. И еще прихватить все монетки по дороге. В далеком-далеком нам деньжата пригодятся. Так что давай собери их все, сколько есть. Чтобы прыгнуть на кувшинку, нажми на бегу клавишу Ctrl или щелкни правой кнопкой мыши. Где ходить, дело долгое. Гораздо быстрее получится, если прыгать по кувшинкам, понял? Давай, прыгай. Какой резкий. Может, пробел не трогай. Если я деньжат не найду, осел еще больше разболтается. А больше-то уже некуда! Грушу свою боксерскую проверишь? Задай им свой добрый старый раз-два бумбаску хочу и собери трофей. Левой кнопкой мыши его! Левой кнопкой мыши! Дальше? Туда что? Если видишь высокий выступ, такой, что не дотянуться, ты к нему подбеги и автоматически залезешь на него. Странно, не правда ли? Если ты сюда прыгнешь, то сможешь ухватиться за эту лиану. Ура! Получилось! Теперь стрелками влево и вправо перемещайся по ней. Когда решишь спрыгнуть, нажми стрелку вниз. Устал я.
Чтобы перебраться через этот разрушенный мост, тебе придется сделать двойной прыжок. Просто щелкни два раза правой кнопкой мыши. Вот в чем тут штука. Щелкаешь правой кнопкой мыши, подпрыгиваешь, а когда будешь в верхней точке, щелкаешь еще раз. Получается двойной прыжок. Сам увидишь, это очень просто. Потренируешься немножко и научишься. Это не так сложно. Ё-моё. Тяжело так. Опа! Видишь эти ящики? Ты их можешь разломать. Это очистить одной левой кнопкой мыши. Гляди! Четырехлистный клевер! Только отсюда ты его не сможешь достать. Ладно, успеется. Прыгни на блестящую турчинку, тебя подбросит, и ты перелетишь через колючки. Левый кнопкой мыши щелкнул, пробьёт доски. Не забывай вот об этой пище героев Шрек. Она помогает восстанавливать здоровье. Опа! Меня зовут Рой. Я фея сохраненных игр. Если ты меня увидишь, подбеги ко мне, и я сохраню твою игру. Правда волшебна. Сохранено в лучшем виде. Озвучка мне уже нравится. Чтобы дернуть за рычаг, встань перед ним и щелкни левой кнопкой мыши. Сломай эти доски и возьми клевер четырехлистный. Обычно они во всяких тайных местах растут, и достать их непросто. Но зато как достанешь, так у тебя столько здоровья появится. Осторожно, колючки. Если к ним подойти слишком близко, можно пораниться. Трехлистный клевер. Это удачливый, да? Гляди, Шрек, тут окошко, как в Макдональдсе. Подходишь и покупаешь зелье, какое хочешь. Они теперь повсюду. Рекламу видел? Если у вас проблемы, приходите в зелье для веселья крестной. Мы вам с радостью поможем. Предлагается жабья вода Кваква. Ваши враги заквакают. Сонный газ, седьмой сон. Вы еще не спите? Тогда мы идем к вам. Может вызвать головную боль и утрату конечности. Или пусть у врага захватит дух от ароматизатора под ядреной. У вас большие проблемы, уменьшите их. Пыльца. Это говно уже достало. Давай-ка посмотрим. Добро пожаловать в зелье для веселья крестной феи. У нас для вас волшебные предложения. Денег у меня пока.
Ага, вот этот мерзкий плакат, я тебе говорил о нем. Нажми левую кнопку мыши, чтобы содрать его. Пусть ни одного не останется. Поговаривают, что кто сорвет 3 таких плаката, получит награду. Эй, надо тебе коллекцию собрать. Глядишь, когда-нибудь за них что-нибудь дадут. Получилось, Шрек, все опять как прежде. Кто заказывал карету? Неужели я не отдал ему чаевых? Я заказала. Далеко-далеко, очень далеко. Все собрано, можно ехать. Готов к дороге? Ой, наверное. Не волнуйся, ты им понравишься. О, да, Шрек, ну, что, они тебя полюбят. В смысле, я люблю. А что, не любить? Мы едем в путешествие, мы едем в путешествие. Что может быть веселее, чем долгое путешествие вместе со мной? Зубы сверлить или волосы из носа по одному выдергивать? Да, тут, конечно, нет великого смайлика Бубу Тайм. Тут есть, ну конечно, что, приехали? А теперь? Я так пошутил. А если серьезно, приехали? Знаешь, о чем я думаю? Нам бы надо рок-группу сколотить. Да, кстати, а кто принес трубу? Шрек, не засада ли тут пахнет? Вообще-то это мог быть и я. Вспоминается до приглашения на свадьбу. Извини. Осел! Прости, Шрек. Эй, глянь, он наше колесо стащил. Пойду-ка я гляну. Шрек, не ходи туда. Ты же слышал, что она сказала? Там засада. Не боись, осел. Я же людоед. Ежели ты только не знаешь чудовище, которое могло стащить наше колесо. Не, ступай, найди наше колесо. И поскорей. А насчет деревьев, они все время падают. Ничего с тобой не случится. Разбойники! Шрек, я помогу! Нет, не бросай меня, пожалуйста! Мне тут будет так страшно! К тому же Шрек все сделает. Смотри, чтобы сделать удар, надо щелкнуть левой кнопкой мыши. Если разбойник тебя ударит, то слямзит у тебя монетку. Ударив его, через сделать двойной удар, щелкнуть 2 раза кнопкой мыши. Левой, 2 раза. А что с ней? Она зависла? А, понял, сейчас. Пардоньте. Ай, блядь. Господи. Сейчас. Ах, иди, твою мать. Как я это все люблю. Так, если... Так люблю старые игры, кто бы знал.
У меня сильнейший стресс. Видишь, века дёргается. Вот и Макдональдс. Добро пожаловать в зелье для веселья крёстной феи. У нас для вас враг вас просто не заметит. Вашим врагам пора пасть. Спасибо, и заходите еще как. Ой. Надо было приберечь это на потом. А, ну ладно. Слушай, взгляни на эти тыквы, подходи к ним и щелкай левой кнопкой мыши, ты их поднимешь. А потом еще раз щелкай, их надо метать, пока они не взорвались. Ну, слушай, Каев. Что за... Вот за ослаб мне больше нравится играть. Похоже, что единственный способ опустить мост — легнуть вон ту веревку. Может, того типа можно уговорить мне помочь? Ха! Вообще-то жареные ослиные уши — это вкусно! Может, и нет. Теперь, я полагаю, самое время применить приворотное зелье. Или хоть какое-нибудь. Есть зелье, нет зелья, мне все равно надо туда допрыгнуть и сбить веревку. Для Сла, у которого черный пояс по нажиманию кнопок, один враг — не враг. Так, надо собрать монетки мне дайте. С блестящего гриба я высоко подпрыгну. Огляни, какой мост, мамы. Это вредно для моего здоровья. Неплохо. Конечно, управление чуть-чуть топорное, но в целом забавно, мне нравится. Яу! Ну, отбьет. Эта соломка тут специально, чтобы мягче падать. Нифига себе, он комбит. Дали камбуху. Что это было? Я же слышал. Слушай, да это прям Mortal Kombat. И вообще-то я первый раз на охоте. Счастливы, несовместимы. И что, интересно, король задумал? Ну озвучка тащит. Просто хочу, чтобы все поняли, что на меня охотиться нельзя. Огляди, какой он! Вот и попал. Вертуха! Варс... В следующий раз на охоту без меня. Варская вертуха тут сосай. Просто вот, по сравнению со слом. Кажется, нас провели по-королевски. Что это было? Я же слышал. Вообще-то я в первый раз на охоте. Сим-сим, откройся. Сим-сим, отдайся.
стать меня параноиком, но это дерево мне не нравится. Ой, ой, ой. Осёл! Я хорош. Нам нужен Шрек онлайн, ребят. Нахрен его. Шрек онлайн просто тащит. Будет тащить. Чур я за Слай играю. Впереди по курсу Ой. Бомбы! Что это было? Я же слышал. Увижу пищу для героя с кем. И точка. Даже восклицательный знак. Городский фрукт. Так, малинки! Фига он лютый. Слушай, расти мне я тищу. Не люблю природу. Природа и говорящая слух не совместимы. Ой. Это было не козырно. Впереди так по он. Курсу бомбы. Я знаю, говорят, что деньги источник всех зол. Хотя, ладно. Я увижу пищу для героя, съем, и точка, даже восклицательный знак. Так тебе главное не лопухнуться, как в тот раз. Джей, старик, это ты? Слушай, хватит уже шутить, а? Вот бы найти еще планетик разыскивается. Говорят, что если собрать 3 штуки, получишь награду. Я-ха! Что это было? Я же слышал. Я-ха! Нравится мне это дерево. Видел? Вот тебя, сумасшедшее дерево. Нашествие белых, слезь с меня! У меня на вес аллергия, даже с проклятием. Да, я дропнул. В жопу. Будем на Твиче сидеть. Пошли не нахер. Как же я в это ввязался? Если честно, надоело уже вот эти вылеты все, хренилеты. Не хочу. Давайте нормально, спокойно посидим, поиграем. Пообщаемся. Природа. Природа и говорящие ослы несовместимы. Сделай так, чтобы я подпрыгнул, а пока я буду в воздухе, нажми левую кнопку мыши. Тогда я сделаю удар в прыжке. Фига он лютый. Сохранился. Не, ослик мне больше нравится по геймплею, чем Шрек. В любой непонятной ситуации лутай золото. Осля. Ох ты ж, интересно, так как какие-то огнеплюйки. Чё, ребят, рейд на огнеяра собираем? Эй ты, угроза для экологии!
Слушай, чарджит он нормально так. Эти хпшечку. О, да! Иди к бабочке, золото мое, иди сюда! Я... Не люблю природу. Природа и говорящая слыха не совместима. Ща я из тебя... Я хорош. Конечно, сейчас ты из меня. Я хорош. Ну сколько еще мне терпеть? Я же слышал. Возьми монетку. Как же я в это ввязался? Вот бы найти еще плакатик разыскивания. Говорят, что если собрать 3 штуки, получишь награду. Полно милых маленьких кроликов, а не нервных деревьев и антиосливых банд. Ви-в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 и. Как оказалось, немцы могут врэпчить. Хотя поначалу думал, что это француз. Не, немцы могут в рэпчик, особенно группа Бусидо. Бушидо, как оно там. Музыкальная пауза. Где мои очки с закосом на аукарды? Привет, Лёш. Нет, не хватает.
Музыкальная пауза закончилась. А, стоп. Там же есть кувшинки. Там, наверное, куда-то можно пройти. Ага. Эй-эй-эй-эй. Эй, осёл, ну хватит уже прыгать-то. Да, косой, и чё? Это осёл слишком скоростной. Дал? Чё обзываются тут на меня? Это ты на что, плаговская морда, намекаешь? Ай? На что это ты намекаешь? Да-да-да-да-да. Осёл, что ты там натворил такое? Во что вляпался? Ох, как я рад тебя видеть. Ножку он двигает, да, ножкой. Уйди! На вот! Я погорячился немного. На помощь, ну пожалуйста! Спасибо, Шрек. Необычно, правда? Не я тебя спасаю, а ты меня. Ты не мог бы головой подумать, а не животом своим? Хоть на 5 секундочек. Подряд? Ой, Шрек, ты меня переоцениваешь. Ну что, куда теперь? Сюда. Осёл, ты бы не встал чуток подальше от ловушки? Да, спасибо. Просто жуть. И как мне свою длинную шкурку перетащить на тот берег? Вот с умом надо подойти. Игра сохранена. Ух!
кайф. А чё у графа? Он во что играет? В Warzone опять? У нас тоже своя пати. Знаешь, говорят, что деньги источник всех зол. Хотя, не надо. Мы чилим после Доминиона, последнего в этом сезоне. Получилось же! Это чем у нас скучно? Вот тут музычку включали, вон, видишь? Сейчас градус подойдет, мы еще что-нибудь такое психоделичное включим, будем с ума сходить. А вот, больно будет. И тебе доброго дня. Мы вчера очень замечательно Хеллсинга смотрели, прям вот это вообще отлично. Мы с Алексеем прям получили массу удовольствия. А, ты в этом смысле? Ну я так тоже на чат отвлекаюсь. Я вот чатик вижу, спокойно его читаю. Мне теперь удобно на втором мониторчике. Прям очень, очень даже. Добро пожаловать в зелье. Это средство, да пусть ваши враги квакают. Превратите их в лягушек. Так воняет, что глаза режет. Снотворное, снок варит кого угодно. Это средство для заморозок. От имени крестных фей благодарю за покупку. Ха-ха, ну и здоровенная. Прикольная так, тыква. На тыкву тыква нужна. Сейчас я себе пирог с тыквой сделаю. Видишь, мы тут тыквами кидаемся. Грибы с плоской шляпкой. Знаешь, мой дядя Кларенс как-то так и говорил. Я помню его слова, как будто это было вчера. Красные плохо, зеленые хорошо. Так что надо прыгать на них, когда они зеленые. Ух ты, чего? Ну и денёк. Шрек тащит. Видишь, как все разлетаются? Ну, давайте. Немножечко долго ждем.
Грибочки. Я их еще не ел, а меня уже плющит. О, все. Ты слышал? Тут тихо. Слишком тихо. Мамочка моя, Шрек! Это же пират! С хвостом и в галошах! Прошу прощения, я мушкетер. Меня зовут Кот в сапогах. Ты пират в галошах? Что? Эти сапоги мне очень идут. Итальянская кожа, не что-нибудь. Они подчеркивают мою фатик. Тебе конец. Готовься к смерти. Ты влево-вправо двигайся, чтоб тебя пират в галошах насмерть не зацарапал. Давай, пусть кот выпадет из своих сапог. Целься как следует. Не дохнут коты от любопытства. Ты, кот, лучше игрушку принеси. Ну, и как его убить? Испытать свою отвагу. Ты, малыш, гляди, не зевай, а то наверх ты упадешь. Ну давай, котяра. Тебе можно не только диваны драть. Нет такого кота, чтобы людоеда победил. Опа! Ты даже не понимаешь, с кем связался. Опа! Я драться не умею. Как его убить-то? Готовься к величайшему в жизни унижению. Не расслабляйся, мохнатый. Кот в сапогах с гордым, с голосом до Герта. Я посохрану, вы меня и не заметите. Замолкни, мохнатый. Поиграем, кошки-мышки. И усатый мне не попадайся лучше. Я сегодня не в духе. Ай. Где твой корабль, пиратик? Да я понял. Че Шрек такой медленный? Ну давай, иди сюда. Давай, пусть кот выпадет из своих сапог. Моли о пощаде кота в сапогах. Глупый ты какой, котёнок. Вступает Шрек! Трудно поверить, что кот и людоед соперники друг другу. Да ж... Ну давай, давай, давай. Не взять свою йо-хо-хо и бутылку сливок и тихо уйти. Валя! Чё-то я немножко, наверное, не понимаю. Плохой котик! Да что ж ты будешь делать? Давай, прыгай. Будь осторожней, коты весьма опасны. Ты, кот, лучше игрушку принеси. Ты влево-вправо двигайся, чтоб тебя пират в галошах насмерть не зацарапал. Я понял тебя, да. Корабль, пиратик. Так, лучше подсказывай, как его убить. Что-то я немножко не соображаю. Шрек медленный какой-то. О, шанс еще раз испытать свою отвагу. Думаешь, я драться не умею? Давай, пусть опа. Кот выпадет из своих сапог. Целься как следует. Я тут так, для моральной поддержки. Моли о пощаде кота в сапогах. Ты
Ты, усатый, мне не попадайся лучше. Я сегодня не в духе. Почему я по нему не попадаю? Не только диваны драть. Нет такого кота, чтобы людоеда победил. Опа! Опа! А чем? Почему бы тебе не взять свою йо-хо-хо и бутылку сливок и тихо уйти? Нечего метать. Да что такое? Будь осторожней, коты. Но я пытаюсь. Опасны. Не расслабляйся, мохнатый. Не дохнут коты от любопытства. Глупый ты какой, котенок. Готовься к величайшему в жизни унижению. Брысь! Это что, кровь? Я вас обману, вы меня и не заметите. Ты, малыш, гляди, не зевай, а то на вертел попадет. Это не Бугермен же. Ты даже не понимаешь, с кем связался. Ты, кот, лучше игрушку принеси. Где твой корабль, пиратик? Опа! А, когтями можно не только диваны драть. Плохой котик. Давай, пусть кот выпадет из своих сапог. Целься как следует. Оп, а это что такое было? Это как? Как у меня получилось? О, все, я понял. Моли о пощаде кота в сапогах. Нет такого кота, чтобы людоеда победил. Думаешь, я драться не умею? Блин. Ну давай, 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 дружок. Вступает Шрек! Блин. Трудно поверить, что кот и людоед соперники друг другу. Давай, перебегай уже. 15 человек на садок колбасы. Йо-хо-хо и бутылка сливок. Ну же, Шрек, это же просто кот. Они что-нибудь неделю скажут. Когда будешь готов к встрече с создателем, скажешь. Да за то, что орешь. Да что? Просто фантастика, никто не поверит. Я-то знаю, этот кот давно уже продумал. Молодчина, Жрек! Эй, надо поторапливаться. Буякаса!
15 человек на саду колбасы. Во. Йо-хо-хо и бутылка сливок. Молчи, болтливый осел. Замолкни, мохнатый. Осталось 8 жизней. Молодчина, жрать, да. Так держать, только от меня подальше. Хе-хе-хе, печальный у тебя видок теперь. Тут синяк, там синяк. Ну, блин, видишь, он быстрый. Ай, осторожно, шеф. Ух ты. Так тебе и надо. Шрек медленный. Ух, что за славная битва! Просто фантастика, никто не поверит! Пока что я оставлю тебе жизнь, но не испытывай свою судьбу. Думаешь, я драться не умею? Я-то знаю, этот кот давно всё прошел. Блин. Придется тебе еще разок попробовать. Дай. Меня ничто не остановит. Да, прыгай даже. Дурак. Да за то, что орешь. Есть. А теперь, сеньор, готовьтесь к ледяному поцелую моей шпаги. Ему по спине похлопать или что? Все, он готов. Давай проверим. Попался? Ну и кто теперь тут главный? Сеньор, вы победили. Я смиренно ожидаю приговора. Шрек, сделай, как он просил. Пусть твоим приговором будет смерть. И я! Что? Нет, осел, я котят не обижаю. Ну, конечно. Да-да, ты ешь их на завтрак. Ты их выворачиваешь и на голове носишь. Ты ненавидишь их? Ни за что. Они на вкус сальные, и шляпы из них кривые выходят. Да будет так. Тогда я должен стать твоим верным спутником. Подумай-ка еще разок. Место верного спутника занято. В уплату за мою бесценную легендарную жизнь. В конце концов, меня послали убить тебя. Послали? Кто послал? Король, конечно. Видишь, я же говорил, рыжим котам никогда нельзя верить. Просто никогда. Почему ж так королю не нравится, чтобы мы с Фионой жили счастливо? Что ж, если все, что тебе нужно, это счастье, тебе стоит обратиться к крестной Фионе. Я вот ее здесь не подожду. Позволь мне проводить тебя туда. Путь будет не слишком долгим. Ты знаешь, как туда попасть-то? Си, сеньор. Я много раз метил эту территорию. Счастье — это глупости. Забавно. Людоед? Откуда ты взялся? Я бы навеки счастливо взял. Кот, он говорил, это самое... Людоеды не могут жить долго и счастливо. Уходи! Мне нужно зелье навеки счастливы. Да, кот в сапогах. Это было совершенно глупо. Ну и дама. Просто ведьма. Да не такой уж он и рыжий, на самом деле. Кому-то прилетел. Да, кстати, где у нас Иваний? Где все остальные? Ну, спасибо тебе, осёл. А теперь пошли, больно уж тут душно. Могу поспорить на Вискас, то, что мы ищем, спрятано где-то в той комнате. Идти надо именно мне. Я намного ловчее, чем ты, гораздо умнее, чем осёл. А второй где? В эту трубу. А, все тут? Ну что-то вы молчите. Верно, кот. Ты сможешь забраться по трубам и втиснуться в вентиляцию. А мы тут спрячемся, пока ты зелье отыщешь. А еще я там в комнате справа рубильник видел. Может, он дверь открывает? Эх, жалко, что ключа в кармане. Я вернусь с победой, и притом как можно скорее. Эльфам не попадайся. Не буду. И осторожней там. Так точно. И зеркала. Но нет, ты же не будешь отвлекаться на себя.
Итак. Ну что за чудный кот? А, ты в Йоне, что ли? Так. По-моему, здесь можно пролезть. Сейчас я вскочу туда со свойственной мне ловкостью. Видали Гервонта из Котирии? Так, так, так. Ай, ай. Ну хоть кто-то сальтуху умеет делать. Да что... Ой, управление просто замечательное. Так, нет. А чё он два раза не прыгает? Здесь прыгает, там не прыгает. Ви-в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 и. Так, народ, расщепляемся. Ну вот видали? Я ей, она мне. Я ей, она мне. Я ей, она мне. А потом мы с ней вместе. О! А это я умею. Видео. Пол. Женский. Пол. Молодец. Мокрый пол. Мокрый пол. 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 У нее есть парень, но он кукол. Кол. 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 А я алон. Я ей. Она мне. Я ей. Она мне. Я ей. Она мне. А потом мы с ней вместе. Красавчик. Кот красавчик просто. Сегодня, завтра, после, завтра, ее спальня. Я снайпер, 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 снайпер. Будь осторожней, а ты весьма опасный. Я ей, она мне. Сохранился. Я ей, она мне. Я ей, она мне. А потом мы с ней вместе. В доту не играю. Это сладкое слово. А что, тебя забанили, что ли? Yep.
Ай-яй-яй. Надо вон туда пройти. Да что ты... В каком смысле она товокнута? Ладно, не получается, не получается. А, мышки. Это я в прошлый раз на Спайдермене так джойстик, геймпад хотел расколотить, честно. Ваня с Лёшей свидетели. Кальянты? Он сказал кальянты? Превосходные эти недружелюбные лазеры. Ух ты ж ё. Фига себе ты наглый, мы тебя утомили. Готовься к величайшему в жизни унижению. Голос он не слышит. Охренеть. Ну и топай свою дискотеку делать, а нам весело. Приходит и жужжит чего-то. Обалдеть. Утомили. Сейчас возьму и обижусь. Ты не тренирован, Алексей. Нет в тебе выдержки. Так, ладно, куда там дальше-то надо? Ага. Yeah.
Да чтоб тебя. Хорошие дискотеки тебе тогда. Ты мне еще не дал Дюну, чтобы мы с тобой ее посмотрели на киностриме, если ты начнем с этого. Будь осторожнее, коты весьма опасны. И для того, чтобы здесь это высказывать, там, штрим и прочее, вообще в пабличке есть специальная темка с обсуждением, где можно написать свое предложение по играм на потоке. Во-вторых, как правило, игры... Игра сохранена. Я тебе еще раз говорю, то, что в паблике есть и по фильмам, и по играм, и по прочему предложению, вот, по стримам. Там можно оставить свое веское, очень важное мнение. А первонаперво у нас... У меня идут игры... которые заказывают донатеры. Сейчас, подожди секундочку, Алексей. Прям одну секундочку. В зависимости от сложности игры и ее длительности. Ты на мое сообщество подписан, так что я не знаю, о чем ты это. Я знаю, что такое Дюна, не надо мне об этом разговаривать. Спроси, я про StarCraft знаю или нет? Яркая полоса темной жизни, паблик называется. Там компания долгая сама по себе или как? Правах он, конечно, знает. Нацмиссии, РТС-ка. Славная глава для моей биографии. Ну, рублей 500. Это неудержимый кошачий бог, и блеклые огни отражались на могучих когтях. Скорее всего, будет несколько стримов, в зависимости от того, сколько буду проходить миссии. Почти что слишком просто. Ай. Это было неприятно. Лёш, ты знаешь, я РТС-ки люблю сами по себе. Поэтому я-то не против. Ай.
слово. Победа. Ура! Будь осторожнее, а ты весьма опасный. А, понимаешь, про Ваху ребята тут говорят, что я по Вахе их просвещаю периодически. Вот Алексей, который для Франца, он в теме. Ему Ваха нравится. Вот. КПДМ, который у нас Ваня отчим, вот он уже заказывал Warhammer Space Marine. Я проходил. У нас темный пока только это. Вандрак не особо шарит за Ваху. Сохранено в лучшем виде. Блин, шикарная озвучка, я прям тащусь. Мне нравится. Так. Просто пока не ощутили все прелести этой великолепной, обширной вселенной. Глубины ее лора. Хороший вопрос. Тогда это надо сделать закрытый стрим 18+. Ну, как минимум. Вот. И... надо подумать, что это будут за игры такие. Есть у меня одна игра на примете. Ой, темный, не хочешь, не хочешь. Так, Лёш, я тебя сразу... сразу предупреждаю, в Command Conquer я играть не буду. По крайней мере, один точно. Дружеский матч сыграть можно. Компанию проходить не буду. Ви-в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 и. Ну и... Долиному бомблению Навары воспеваем песнь. Блять. Я ж не шибкий фанат Конкьюра. Когда проснутся пчелки, тогда причешу челки, умоется над лужицей и по лесу. Нет, кооп для хента игры мне не нужен. Кто пчелок уважает? Просто Алексей тут намекает на какие-нибудь там Тибериан Сан, там что-нибудь, что типа это, Тибериан Вар, Редайверс может быть, но я не очень сильно люблю, поэтому компанию проходить компанию я не очень хочу, а вот именно сетевой поединок. Им каждая ромашка нальет нектара в чашку, и даже одуванчики нальют нектар в стаканчики. Кто пчелок уважает, тот не
не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Закончится работа. Лёш, мёдом соты. Слушай, я вот только хотел, ты читаешь мои мысли, ну, как говорится, у гениев мысли сходятся. Честно, я бы устроил вечер вот к Алп-Зарубов там какие-нибудь. Как мы с тобой собирались, что Граунд, Дюна, вот, Ваха, что-нибудь такое по сети поиграть. Один на один. Кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мёд. Зима завьюжит, и льдом покроет лужи, оденут пчелы валенки, и лягут в соты баньки. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает. Любимая песня нашего графа, да. Приносят мёд. Я в птиц играт на сессию, с гитарой вместе с песнею, и здесь для вас играя, куплет свой повторяю. Кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мёд. По-моему, он ее даже на укулеле имеет играть. Мёд. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мёд. Неплохо. Хороший удар был. Ви-в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 и-
Да будет путешествие в Дунгион для нашего славы. Отлично. Я поддерживаю. Ой. Понял. Dungeon Master.
И от Лёши ты не видел, как мы в Dungeon Master играли здесь. Ви-в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 и-
Мне кажется, если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО. Ладно. А у нас всегда так, Лёш. Оставьте потом, пожалуйста, про электрожирафа. Да, мы стебемся на эту тему. Вань, я думаю, в этом поединке ты проиграешь. Он тебя тупо авторитетом задавит. Вот Влад для Франции и темные Мурмалину могут составить конкуренцию, а ты нет. От тебя тупо останется маленькая лепешечка. С рояля. Ты просто Лешу не видел. Он тебя легонечко толкнет, и жоп твое дело, родной. Ну и что ты встал? К
Какой наивный. Повторюсь, ребят, если не сложно, про электрожирафа песенку включите, пожалуйста. Давно не слушали. Хотя, я думаю, у вас в головах совсем уже сегодня не электрожираф. А да. Каев, Каев. Такой Каев. Так вот, по поводу РТСок и прочего говорю, я с удовольствием в коопе там сыграю и в StarCraft, и в Ground Control, и в Wahoo, и в Conqueror можно поиграть. Говорю, я только за, исключительно. Мы уже 100 лет не играли. Command and Conquer, Red Alert, Tiberian War, Tiberian Sun, Generals. Стратегия в реальном времени. Ты шо? В StarCraft я бы поиграл. В StarCraft мы что в первый, что в второй давно не играли. Будешь опять королевой зергов. Нет, Вань, я так скажу по поводу каждой стопки как учебник. Не надо. Живым ты не уйдешь. Он тебя даже пальцем не тронет, но живым ты не уйдешь, поверь. У нас с Алексеем такой стаж по стопкам. Тебе 2 жизни надо будет, чтобы достичь хотя бы половины того, что мог я и что может сейчас Алексей. Это Empire at War, где Вейдера можно было, да? Вейдер, Император, вот этот вот. Говорю, я за любой кипиш. Надо просто выбрать время, утвердить список, во что мы будем играть, настроить это, чтобы мы по сети могли, ну, в онлайне я имею в виду, сыграть как-то, чтобы не было конфликтов, и спокойно прям выбирать вечер и в перде. Я только за, исключительно. Я очень хочу поиграть нормально. Чего же вы никак не угомонитесь-то? Лёш, судя по тому, что я Ваню видел, смотря чем поить.
классикой уже не получится, Лёш. Баблиза Царство Небесное. Если только ты знаешь, где можно взять нормального. Тогда вангую, что с одной полной рюмки. Он уйдет. А великий суп наварили. А про горячий забыл? Великий суп наварили, рус жопошник. Эта песня также для Реал Далес, а следующая будет про жирафа. Так, я запутался, куда идти. Да, походу. Хорошо. И теперь равнин. Унеси мой электрожираф подальше от этих руин. Вань, я тебе так скажу. Мурмалин старше меня на 8 лет. Как ты думаешь, какой у него стаж? По-моему. Да, с печенью все нормально. Нет, Лёш меня старше. Почему не скажешь? Но, тем не менее, это так. Кибер-спаситель песчаных канав, вечный хранитель равнин, закату вези мой электрожираф, подальше от этих.
Руин. Так, кажись, я немножко заблудился. Чё-то да. My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Negro Negro ancestors. Come on, let's go. Ну, кстати, да, тоже. В этом ты прав, Лёш. Он нажрётся быстрее, чем нажрётся. А куда бежать-то? Лёша охренительно готовит, лучше меня. Это я признаю. Есть, наверное, некоторые блюда, которые я, может, получше, чем он смогу сготовить. Вот. Но в целом Лёша готовит лучше, поэтому... Это будет просто праздник живота, нахуй. Со всеми вытекающими. Так что, Вань, в любом случае соглашайся. Да, может, после этого ты не выживешь, но хотя бы покушаешь вкусно и много. Блин, куда бежать-то, я не понимаю. Так, отсюда я упал. А, вон. Ну да. Кстати, мы тут ремонт в активную фазу вводим. Сегодня вот это, линолеум привезли нам. Скоро постелим линолеум в зале, у меня в спальне. Так, Лёш, если что, я в теме. Под меня тоже место. Вообще надо вас всех собрать у нас на дачах. Сначала у Лёхи, но у него там места не очень много. Потом у меня. У меня место побольше и Волга рядом. Устроить real party. Что, Лёш? Который так никогда не был у меня на даче до сих пор. Ни разу, точнее. Простите, никогда.
Да, скоро Новый год. Я знаю. Осталось прям чуть-чуть больше месяца Нового года. Лёш, по поводу Нового года я еще ничего не знаю, я тебе честно скажу. Все слишком неопределенно. А может и не только они, а может и не только Гири. Мы позапрошлый год, по-моему, встречали под японскую, да? Там Леша делал... Леша, ты свинину же, по-моему, сделал, если не ошибаюсь. Кисло-сладкую. Вот. Ай, Ваня... Я об этом сейчас говорить не очень сильно хочу, на самом деле. Почему? Что тут думать, что тут не думать? Это... В общем, не стримовый разговор. Нет, это просто, скажем так, мой ответ еще немножко Илюша. Потому что мы-то привыкли, как бы, Новый год отмечать. Не всегда, правда, получается, но тем не менее. Так, надо еще купить блок питания и реально заняться подсветкой комнаты. Лента теперь у меня есть, блок управления у меня есть, нужен блок питания. Да что ты будешь делать, а? Огр неуправляемый. Ай, монетка. Хотя я бы еще и неоночку себе хотел. Именно неоночку. Вот как есть у стримеров. Вот эти вот там всякие их, ну, имена на стене. Вот такими неоновыми лентами. Вот это все. Слушай, ты, Барян какие-то покупает, вот мы на них подсветку обычно делаем, они вроде не особо дорогие. Камера будет.
И все будет видно. А еще он их не бьет. И лампа не горит, и жрут календари. Пива не будет. Но есть только нулевочка, баночка. Я все Алексея агитирую, какой-нибудь разговорный стрим там, или анимешный стрим запустить под пивасей, что-нибудь такое. Кукинг стрим. Лёш? Да не знаю, что мне нельзя. По-моему, у нас полстраны уже знает, что только пить нельзя. Только хороший коньяк. Нехороший я нюхать не буду. Можно я монетки сначала соберу, пожалуйста? То мало ли потом. Ну, шутки ради. Ты же любишь меня подтролливать, Алексей? Любишь же? Любишь. Может, у тебя специально для этого там заготовлен маленький дринк коньяка, не очень хорошего. Кстати, тут спрашивали, тут спрашивали про хентай игры. Если честно, я бы в Большого Брата поиграл. Но, к сожалению, игра не окончена. И уже не будет окончена, потому что... Там... Что там, Лёш, с автором-то случилось? Он тут пришел на это забить или что? Я вот не помню, если честно, уже. Ви-в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 и-
Темный может сделать озвучку, очень превьюшку. А ты все по зеленым мужикам шляешься. Бака, 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 бака. Уточки не одобряют. А Верба одобрил. Говорю, своя игра, разработка своей игры начнется с 1 числа. Вот мы с Наволдом по Алодам сделаем свою игру. Мы уже с ним решили, все, игра будет. Музыкальная пауза. Нет, я хочу именно тематическую. Сейчас
Не, хентай в мире алудов не будет. Не, свою игру по лодам мы точно сделаем. Говорю, я это решил. Будет такой предпраздничный у нас стрим. Вот. Мы соберемся большой, я думаю, компанией и будем играть в свою игру по лодам. Вот. Хентай стрим. Ну, надо подумать, какую игру, чтобы такая была уже с завершенным сюжетом, чтобы можно было спокойно играть, ни о чем не думать. Вот. Гартик? Какой гартик? Ну, вообще, джекбоксы надо посмотреть всякие, есть веселые. Туалетный рис... У-у-у. В предложку, все в предложку, ребят, чтобы я не забыл, все, пожалуйста, в предложку. Ни хрена себе. Ну, это да, согласен. Ну, хотя, если сделать... Ну, можно на парочку стримов. Что-нибудь такое. Да, я думаю, главной фразой вечера тогда будут руки на стол. Господи, это упоротый конь. Это просто мега упоротый конь. Говорю, сейчас попрошу, пожалуйста, в предложечку, в пабличек, чтобы я не забыл. Буду вам очень и очень признателен. Так, куда дальше-то? А. Ай. Нет. Яй. Вань, просто приложений много. Я все не запоминаю. Вань, я не, скажу честно, я его и не пытаюсь выкупать по одной простой причине. Я немножко занят. Твою мать! Твою...
Видишь, у меня конь с обрыва падает. Очень хорошо цыган нет. А то бы еще и конец пиздили. О. О. Вот оно еще, Михалыч. Тут вон так можно было. Так. Окей. Окей, окей. Что теперь? Куда дальше? Ага. 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 Понял. Сюка. Не, ну анимации тут, конечно, элегантные очень. Сейчас мы всех освободим, не переживай. Но там, по-моему, нельзя. Я пытался, вот, клетку конь не ломает. Вообще, как я могу освободить преступника? Это что? Он же преступник. Видишь, не получается. А за ним ничего нет. Так что смысл мне его освобождать. Тут он по клеточкам надо. По клеткам надо. Сагачить. Что ты осуждаешь, Алексей? Что ты все осуждаешь? Чего не спроси, он все осуждает. Да я тоже не в восторге, как бы. Ну, хоть овальный, хоть квадратный. Да шо ж ты так сдох-то? Так, ладно, сейчас вот эту хренотень пройдем. На сегодня, наверное, закругляться надо. Что-то я спатеньки хочу. Время 3:00. Меня уже немножко вырубает. Учитывая, что поспать мне сегодня нормально не дали. Некоторые не очень... Это... Как их... Как бы их назвать-то? Личности этих. Несознательные личности, вот некоторые. Ладно, жопу эти бонусы.
Марафон? Нет, на марафон я не готов, тем более сегодня воскресенье. Ну и нафиг ты ее бьешь? Надо вот так вот, да, все правильно? Где там что? Ага, ага. Это. Давай. Ослаконь. Шинсаген. Хорошечно. Путь наверх. Чтобы служить. Так, спокойный. Ах ты ж, етишь, пассатижи. Ура! Игрушка забавная, мне нравится достаточно. Ай. Ох ты ж, какая красивая паутинка. Смотрите, он копает или гребет? Почему тебя не пустят, Алексей?
Типа профильного образования у тебя нет, поэтому тебя не пустят. Или ты думаешь, что тебе медкнижку не оформят? Алексей у нас геоэколог. А где? А вон. Да, да, вот такие тут серьезные люди присутствуют, да. Ну, техник-технолог самолетостроения у тебя это как среднеспециальное образование, а геоэколог уже высшее образование. Почему у меня в чате здесь фильтрация нецензурных сообщений? Я не хочу. Надо это отключить. Ой, да убей ты его уже. Как такая самое что ни на есть. Тем более в военное время пока еще никто не объявлял военное положение, так что давайте не надо. Живем как и жили. Ай, вот это было неприкольно. Ой. Так, ладно, я уже напролом пойду. Мне уже надоело вот эти драчки все. Уйдите, пупсики. Да что ж ты? А Алексей не служил, у него нет, по-моему, вуз. А.
Значит, есть. А, ну. Да. Есть, есть, хорошо. Ну да, пойдешь еще самолеты строить. Ви-в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 и-
Лёш, ты и так большой толстый повар, правда неофициальный. Риас Грэмори, да. Это, по-моему, демоны старшей школы, если не ошибаюсь. Надо посмотреть, до конца будет. Вот, еще одно аниме на просмотр, кстати. Ай, да куда ж ты прыгаешь-то?
Так, отдельное спасибо всем за музыку и за донаты. Да. Душевное такое спасибо. Да я не стопаю. Ты знал, ты знал. Ну да. Песня говорит сама за себя, даже не надо это, представление. Да что? Крыс на ножи. Анимешка козырная. Я знаю. Так, Лёш, напомни, пожалуйста, когда полнометражка кемпинга выйдет. Я уже, блядь, заждался. И еще одно. То, что Толя хочет посмотреть, а кто бы нет.
23-й год. Что так долго? Последнюю от меня на сегодня. Всем хорошего настроения на ночь. Хех. Спасибо. Взаимно. Понятно. Так и придется прыгать по этому говну. Да что ты тебя будешь делать? Спасибо за беседу, Лёш. Завтра тогда напиши в предложках то, что ты хотел. Вот. И доброй ночи, да. Спасибо за компанию. Мне приятно. Да что ж... Эх, зря я плохо смотрел спидран по второму Шреку. Доброй ночи, Вань. Спасибо за компанию. Да я тоже сейчас, говорю, буду закругляться. Я уже тоже спатеньки хочу. Да что ты...
Куда тут идти-то? Ага, о, понял. Щемись, котяра. Как же ему не везет. Смешным штанишка. Точно. ДС отдыхает. Шрек в какой школе обучался фехтованию? Доброй ночи, Вань. Спасибо за компанию. Так, а нам надо, блин, выбраться из этого долбанного замка и свалить тоже уже поспать. Деньги, денежки, монетки. Нет, ну, конечно, вы ништяк придумали, а дальше-то что делать? Или я что-то пропустил? Окей, ворота нам открыли, а дальше... А, ладно, все, давайте на этом закончим. Не могу уже, сам вырубаюсь. Сейф у нас есть. Ребят, всем большое-большое спасибо. Хорошо посидели. Очень замечательно. Хорошо, что Twitch не глючит этими лагами, вылетами и разрывами коннекта. Большое спасибо за музыку, за донаты. Очень приятно. И увидимся на следующем стриме.